Сегодня, друзья, в Санта-Крус много вот таких двуспальных досок. Никогда не видел, честно, вот первый раз такое наблюдаю, чтобы люди вот так вот вдвоем на одной доске. Причем тут была доска, куда-то она делась. Так там впереди даже креслице такое, знаете, типа шезлонга. А сзади вот кто-то там подгонял. Вот оно, я поймал для вас, вот смотрите. Вот так люди тоже отдыхают. Вот некоторое подобие волны пошло, и они тут все на него вскочили, наподобие. И так типа катится. Вот еще одно подобие волны. И тут прям целая толпища. На набережной всегда много людей, которые с собаками гуляют. И вот тут периодически встречается вот эта табличка. Такая она как бы юморная. И говорит, нет такой феи, которая какашки собачьи убирает. Вот, поэтому, говорит, давай сам после своей собачки убери. Вот. Вот, друзья, вы видите норку. И из этой норки вот так периодически, о, голова там высовывается, видите? Так она туда-сюда, туда-сюда. Давай мы травку положим, он тогда ее туда заберет. Ну, ладно уже, пусть там живет своей жизнью. Вот, смотри, да. Прикольно.